мы движемся в направлении поддержки различных отраслевых программ и полагаем, что при активном участии региона наши предложения могут быть востребованы местными предприятиями. При этом необходимо, чтобы спрос на инвестиции исходил от предпринимателей, показывающих высокую активность и заинтересованность, сказал управляющий директор по региональной политике и взаимодействию с органами власти и Федеральным собранием Роснано Дмитрий Криницкий во время беседы с губернатором Андреем Клычковым. Главная тема встречи – реализация ряда проектов. Рассматривается перспектива открытия в нашем регионе производственного филиала компании «Новые технологии строительства», специализирующегося на выпуске модификаторов дорожных покрытий. В области активно обсуждаются вопросы дальнейшего перспективного развития, в том числе и с привлечением федеральных известных институтов развития и структур, которые сегодня находятся на пике, скажем так, предложений по технологиям и по возможностям. Мы на сегодня рассматриваем потенциал региона, объективно его оцениваем, в том плане, что существующие предприятия нуждаются в дополнительной поддержке, и самое главное, мы нуждаемся в дополнительных технологиях, новинках, инновациях для того, чтобы эффективно использовать наши возможности и потенциал и активно участвовать в экономических процессах региона. Президент и на последних совещаниях поставил задачи, ключевую задачу обозначил — инновационное и инвестиционное развитие регионов. Поэтому мы крайне заинтересованы в сотрудничестве и рад того, что вы сегодня приехали. Группа «Роснано» создана 95 производств на территории Российской Федерации. Это достаточно серьезные показатели работы. Большинство из них успешны. Один из проектов уже реализован на территории Орловской области. Вы, наверное, знаете, несомненно знаете, что действует Центр позитронной эмиссионной томографии в Орловской области. Это один из элементов федеральной сети, которую мы создали. Единственный пока в стране. Сейчас мы двигаемся в направлении развития различных отраслевых программ.